Самокаты наши все, друзья. Знаете, сегодня ведь опять подорожал бензин. Ну, куда еще выше, спросите вы? Я вам скажу, есть куда. Нет предела совершенству. Теперь в среднем по стране цена самого популярного 95-го бензина стоит 27,5 гривен за 1 литр. Я думав, Шабанов впав у дитинство. Ну, ось в Донецьку насправді ще гірша ситуація. Чому в місті немає автомобільних тиснів і на чому їздять машини? Донецьк очима мирного жителя. Сегодня в Донецке резко не стало бензина. На заправках нет машин, есть только газ. Вот стоит очередь из машин за газом. Бензин есть, я смотрю, только по безналичному расчету 95-й. Дизельное топливо 26 гривен и газ 15. Больше ничего нет. Как люди будут ездить, сейчас пойдем у них узнаем. Вы сейчас на чем ездите? На бензине. И сколько стоит бензин? 32,50. И это сколько вам обходится километр? Ну, где-то 2,90. Как же при таких ценах ездить? А людей хоть и люди соглашаются и на поездки? Люди в данный момент не ездят. Они все пользуются общественным транспортом. Ну и как вам жить? А как? А мы не живем, мы существуем. Автомобилисты, конечно же, в шоке. С такой ценой на бензин не сегодня, а завтра все станут. Потому что зарплат, денег ни у кого здесь практически нет. Ну, у некоторых, у избранных. У кого были, у того и остались. Чем сейчас заправляетесь, на чем ездите? Ну, на газу, потому что бензина нет в основном. Сейчас уже даже на бензин на очередях стоят. По 32 гривны, по 33 гривны. Ну, в основном нет. А газ сколько стоит? 15 гривен литр. Ну, на газу хоть как-то, да, еще можно выкручиваться? Ну, по чуть-чуть, да, когда можно. А так... Если газ перекроют, то все, станете, наверное, да? Да, будем стоять. Еще одна заправка. Тоже здесь нет бензина, только газ. Газ по 15 гривен. Ну, газом люди заправляются, а на бензиновых колонках пустота. Машины, в принципе, ездят. Наверное, у кого-то еще был бензин. У кого-то, может, запасы есть. Ну, машин явно стало меньше. А вот заправка, которая мне сегодня единственная попалась, на которой есть бензин. Это бывшая заправка Коломойского, сейчас Оплотовская. Здесь бензин 33,50 95, 32,80 92. Цены, конечно, космос. Но зато есть.